Александр Пряников попадает в город соблазнов и боится пуститься во все тяжкие. Его преследуют аппетитные колбаски, сосиски и рульки. Не стесняйтесь, ешьте, как вам удобно. Можно без столовых приборов. Все, что вилки и нож. Манят сладости. Не могли бы мне завернуть несколько лепестков, пестик и, пожалуй, тычинку? Чиновники сбивают с толку. Друзья, я не могу продолжать интервью. Передо мной сидит взрослый человек в шортах и гольфах, и это меня сбивает с толку. И обезоруживают прекрасные фрау. Саша, по-моему, вы прекрасно выглядите. Но он сохранит самообладание. Кстати, что у меня по расписанию? О, подвиг! Если получится. Ну, может, это было не совсем подвиг, но мне понравилось. Ну а закончится все, как всегда, песней. Калинка, малинка, калинка моя, в саду ягода, калинка, калинка моя. Александр Пряников. Мировой рынок. Мюнхен. На канале «Моя планета». Das ist fantastisch.